тот день все было как обычно. Тейс ходил по огороду и травил карасского жука своим дыханием. Жена Люба, 130 килограммов живого веса, косила траву, одетая в сексуальный топик с портретом Мэрилин Монро. Монро выглядела плохо. Из-под земли раздавались приглушенные матюки. Эта теща в погребе стукалась головой об балку. Я мастерил сюрприз для тещи на день рождения — медвежий капкан. Прикрываю ее ковриком у ее кроватки. И тут в калитку постучали. Вошел какой-то хмырь и на ломаном русском спросил у меня и тесть, кто из нас двоих Галина Петровна. Теща в погребе притихла. А надо сказать, что Галина Петровна взяла в кредит электромясорубку, третий год за нее не платит. Тесть сказал, что Галина Петровна, кажется, умерла. Хмырь сказал: очень жаль, потому как британские ученые выяснили, что Галина Петровна является потомком английского короля Ричарда Львиное Сердце, имеет право на титул Ваше Величество, ежегодный доход 30 миллиардов фунтов стерлингов. В этот момент люк в погреб открылся. Из-под земли вылезла теща и сказала, что по такому случаю она воскресла. Хмырь упал в обморок. Очнувшись, он спросил, есть ли у ее величества подданные. Теща сказала, что у них полная деревня подданных, потому что с 5 утра уже все поддают. Хмырь сказал, что она может взять с собой своих слуг. В слуги тут же записалась вся деревня. С этого дня теща потребовала, чтобы ее звали Миледи. Все ей кланялись и носили ее в магазин на носилках. Но кассирши не пускали Миледи в магазин, потому что в тех же носилках раньше носили навоз. В Лондоне королева Англии встречала их с детем, 70-летним принцем Чарльзом. Чарльз, как правитель Шотландии, был в шотландской юбке. Тесть, пьяно подумав, что это женщина, пригласил Чарльза на танец. Английская королева подарила теще золотую диадему с бриллиантами. Теща подарила коричневые чулки, в которых она флиртовала с Брежневым, когда он выступал по телевизору. В зале все было готово к приему гостей. На столах стояли таблички с их именами. Тесть увидел на табличке надпись «Барон». Он сказал, что слово «баран» пишется через «а», а «баронесса» — такого слова вообще нет. Правильно будет «овца». И тот же фломастером исправил все таблички. Оскорбленный баран Кентеберийский, кузен графини овцы Гроттенхэмской, вызвал тестя на дуэль и кинул ему в лицо перчатку. У тестя перчатки не было, поэтому он кинул сапог, причем не снимая с ноги. Вспомнил, что сегодня день десантника, тесть выпил, надел тельняшку с криком «За ВДВ!», кинулся в королевский фонтан, не зная, что по случаю зимы с него слили воду. Дворецкого хватил удар, когда тесть вернулся в зал, бормоча: «Видимо, не попал». Прыгнул еще 6 раз. После коронации теща велела, чтобы звали королева-мать. Тесть подчинился, но каждый раз добавлял к титулу слово «твою». Утром камердинер сказал: «Раз мы принадлежим королевской фамилии, поэтому должны одеваться по-королевски». Пригласила в королевскую гардеробную. На тещу всех вещей налезла только карета. В Лондоне нам не понравилось. Чтобы как-то успокоить душу, мы построили русскую баню.
Через месяц приперлась королева и спросила: «Зачем вы после бани ныряете в Темзу голыми?» Теща сказала, что это русская традиция. Королева сказала: «Да, но от бани до Темзы 10 километров по центральным улицам Лондона». С тоски по родине мы так напили, что я отключился. Проснулся дома, в Воронежской области. У погреба стояла теща. В общем, после того сна наши отношения с тещей стали идеальными. Потому что я вновь называю ее королева и целую ей ручку. Правда, медвежий капкан из-под коврика на всякий случай пока не убираю. Спасибо.